пришла мне вот такая посылочка. Собери браслет с шаром. Сейчас я ее буду открывать. Ножницы я уже подготовила. Сижу на полу, поэтому буду как-то выкручиваться. Наверное, скорее всего, я сейчас открою эту коробку, потом продолжу снимать, потому что одной рукой это жутко неудобно. Открыла свою коробку. Там целая куча всякого барахла, всякой косметики. Все валяется. Сейчас буду все доставать по очереди, показывать. Первое, что мы здесь видим, это журнал «Фокус». По-моему, 11-го каталога. Сейчас открою, покажу, что внутри. Внутри я смотрю новиночки интересные. Помада. Просто со скидками. Так, переложим коленки, так удобнее. Далее, что у меня здесь идет, это лосьон спрей «Бархатистая кожа». Да? Нет, просто бархатистая, с ароматом розы и персик. Данными спреями я пользуюсь довольно-таки часто, поэтому заказываю их тоже много. Так, это я вам покажу позже. Это новиночки. Дальше идет еще один лосьон спрей, бодрящий, зеленый чай. Сейчас покажу все названия. Ароматный, апельсиновый цвет, да. Апельсиновый цвет. Еще один. Нет, это уже соблазнительная. Маракуйя и пион. Этот почему-то без колпачка. Видимо, колпачок слетел. Тоже маракуйя и пион. Еще один спрей ароматный. Далее бархатистая роза и персик. Что-то их очень много. По-моему, заказала я в этот раз. Зеленый чай. Еще один апельсиновый. И, по-моему, еще один апельсиновый, да. Ну, вы не подумайте, я не все себе спрей заказывала. Некоторые спреи у меня заказывали. Далее у меня здесь должны быть браслеты, подвесочки. Смотрим, что здесь в этой коробке. Бумажечка. Еще одна бумажечка. Здесь мне пришел браслет с шармом. Эйфелевая башня. Подарок за то, что я выполнила условия акции в прошлом каталоге. Браслет довольно-таки неплохой, прикольный. Ну, думаю, буду дальше выполнять условия. Соберу целую коллекцию. Покажу следующую подобную коробочку. Тут должна быть подвеска, которую у меня заказывали. Да, здесь подвесочка. Даже не знаю, как показать, потому что все отсвечивает. Вот такая вот подвесочка, что тут нарисовано, я даже не понимаю. Может, вы поймете, если что, напишите в комментариях. Далее у меня идет еще одна коробочка. Сейчас я постараюсь аккуратненько открыть, потому что тоже заказывала не я, заказывали у меня. Так. Вот тут у нас внутри. Что же тут внутри? Мне самой даже очень интересно. Так, в этой коробке еще одна коробка. Блин, дурдом какой-то. Тем более одной рукой вообще снимать очень неудобно. О, обалденно. Сейчас у меня тоже подвесочка. Очень интересно, кстати. По-моему, она прозрачная. Что-то у меня отсвечивает. Нет, она зеленцой. Там что-то внутри находится, эта подвеска. Но доставать ее оттуда не буду. Так как сказала ранее, у меня ее заказали. Это не моя вещь. Далее у меня идет шампунь-ополаскиватель 2 в 1 с витамином, комплексом грейпфрут и маракуйя. Подобный шампунь я уже себе заказывала. Довольно-таки неплохой, мне нравится. Но как бальзам он не справляется, надо дополнительно пользоваться смягчающими средствами. Еще один шампунь у меня здесь. Фитоукрепление, крапива и лопух. 250 мл. Его я тоже уже заказывала. Ну, в принципе, он волосы хорошо отмывает, только надо пользоваться бальзамами. Крем-гель для душа «Гармония». Так, это, по-моему, была новиночка этого каталога. Точно не помню. Сейчас попробуем аромат. Аромат у него приятный, но больше пахнет яблоком, чем ландышем. Еще один гель для душа «Дивная сказка». Так, сандал, дерево и ваниль. Увлажняющий. Ну, гель для душа прикольный. У меня только вот закончился такой. Я себе поэтому заказала подобный. Далее у меня идет листовочка с условиями акции, которые можно выполнить и собрать вот такой вот браслетик. Думаю, я смогу. Далее у меня идет губная помада Леди. Цвет, к сожалению, показать не могу, потому что заказывала не себе, открывать не буду. Могу показать только название, хотя это, в принципе, вам ничего не дает. Следующим, что я покажу, это компактная пудра Люкс. Ее заказала у меня мама. Поэтому сейчас я ее открою и покажу вам. Открыла коробочку. Сейчас буду вытаскивать. Внутри пудра выглядит таким образом. Пупырчатые пленки завернуты. Так, смогу ли я одной рукой все это открыть? Ну, попробую. Тон светлый, потому что у мамы светлая кожа. Также идет пуховочка с двух сторон. Ну, вообще серия Люкс мне очень нравится, потому что косметика довольно-таки неплохая и на коже держится долго, и не пересушивает, и все такое вот. Здесь я в камере.
Далее, следующим, что я здесь вижу, это щипчики, кусачки. Их, по-моему, тоже заказывала моя мама. Ну, я подобными не пользовалась от Avon. Думаю, наверное, будут неплохие. Если что, напишу в комментариях, если окажутся плохими. Еще у меня здесь идет каталог от Avon номер 12. Новый гель-лак покрытия. Ну, я думаю, посмотрю позже. Еще одна листовочка с распродажей. Каталога номер 11. Карибские каникулы, гели. Сзади. Особо открывать не буду, покажу спереди, сзади. Эти духи понравились моему мужу, очень классные, он сказал. Спрей для тела Инстинкт, мыло. Но мыло, мне кажется, больно какое-то мажорное. Слишком цена дорогая, 119 рублей за парфюмированное мыло. Не знаю, у меня жаба дает, честно, такое мыло купить. Еще что у меня идет? Это пробничек помады. Матовый, я ее заказывала себе. Сейчас я ее открою, покажу вам, сделаю сводчик. Достала помаду из упаковки. Называется она Electric Pink цвет. И выглядит примерно таким образом. Давно хотела что-то подобное. Думаю, мне понравится. Должна подойти, по крайней мере, по цвету. Далее у меня идет охлаждающий лосьон спрей для ног. Мохито и лайм. У меня уже заказывали в предыдущем каталоге подобное средство. Человек попользовался, ему очень понравилось. Очень советовал. Я решила тоже попробовать. Поэтому... попробую, посмотрю, возможно, мне тоже понравится. Как мне сказали, это средство очень хорошо освежает и охлаждает. И далее у меня идут новиночки, которые заказывала по журналу Focus. Перед ними я вам покажу прайс тут у меня. И, наверное, каждую по очереди открою. Первым, что я покажу, это будет туалетная вода X-Series Force, которую у меня муж постоянно заказывает. Вернее, заказываю ему я, и ему она нравится. Поэтому появилась новиночка, я сразу решила ее заказать. Сейчас открою коробку, покажу, что внутри. Вот такой флакон с духами. Тут, по-моему, 30 мл, может быть, нет, 50 мл. Сейчас проверю аромат, потому что, когда проверяла запах в каталоге, мне он довольно-таки понравился. Открыла флакон с духами. Понюхала уже, аромат мне очень понравился, вообще классный. Что тут пишут на коробочке? Ощути силу и потрясающую энергию свежего бергамота и ледяного лимона в контрасте с древесными нотами кедра и амбры. В принципе, аромат классный, вообще я такие очень люблю. Я думаю, моему мужу тоже очень понравится. Цена у него была недорогая, но он не сильно стойкий, но цена соответствует качеству. Далее у меня идут трое духов. По-моему, они из одной серии. Начну, пожалуй, с этих. Passion Fruit. Что пишешь на коробочке? Кристально чистый аромат водяной лилии, дополненный экзотическими нотками маракуйи. Внутри вот такой флакончик. Что хочу сказать про эти духи. Аромат у них очень сладкий. Мне эти духи понравились. Ну, у меня их заказывала мама или сестренка. Они заказывали, то есть, две коробочки. И потом они сказали, выберут те, которые им больше всего понравятся. Но, зная их вкус, этот аромат им не понравится точно, и, скорее всего, они останутся мне. Поэтому, если вы любите сладкие ароматы, то вам это в самый раз. Но если не любите, то лучше не заказывайте, не тратьте деньги. Следующим, что я покажу, это Wild Poppy. Их тоже заказывали мама с сестренкой. Открыла коробку, дизайн, в принципе, у них одинаковый. Сейчас тоже проверю аромат. Надеюсь, он будет отличаться, потому что если он будет такой же приторный, как предыдущий, то... он тоже не понравится. Ну, аромат мне не понравился. Он пахнет розой, но я розу не очень люблю. Так, что пишут на коробочке? На коробке пишут дикий мак, но почему-то пахнет он розой. И последние духи из этой серии, которые я заказала себе, это лайм вербена, потому что хотелось какой-то свежести и цитрусового аромата. Сейчас открою коробочку. Что тут пишут? Белые нежные цветы лимона вербены, произрастающие на юге. Ну, в принципе, белые цветы в духах я очень люблю. Думаю, наверное, должны они мне очень понравиться. Такой же дизайн, только зелененькие. Аромат у них тоже приятный и немножко такой цитрусовый, но не сильно. Я думала, он будет более цитрусовый, более освежающий, немножко сладковатый, но мне нравится. На этом у меня все. Вот все мои покупочки Avon. Вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если возникли какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока.